Славянске на Кубани выполняется благоустройство двора исторического здания – дома купца Мазепы. Само здание капитально отремонтировано в прошлом году благодаря участию в краевой программе на сумму почти 40 миллионов рублей. Начиная от инженерных сетей и завершая фасадом, все было обновлено. При этом сохранен уникальный исторический облик купеческого дома. Уникальное здание, представляющее культурную ценность, включенное в краевой реестр памятников истории и архитектуры, находилось в аварийном состоянии и не использовалось несколько лет. Ситуация кардинально изменилась после обращения за помощью губернатору Кубани. Благодаря вниманию Вениамина Кондратьева к проблеме, которую район не мог решить самостоятельно, дом купца Мазепы полностью отреставрирован. Восстановлен его исторический облик. Сохранены все архитектурные элементы. В этом году по плану благоустройства прилегающей территории. Ремонтные работы уже начались. Глава района Роман Синеговский регулярно встречается с подрядчиками, чтобы проконтролировать качество и сроки выполняемых работ. По проекту благоустройства двор будет оформлен в этническом стиле с использованием современных качественных материалов с красивым озеленением. Также строители установят новое ограждение, будет обустроена входная группа со стороны улицы Школьной. Здесь делаем клумбу, да? Общая стоимость работ по благоустройству составит более 5 миллионов рублей. К началу учебного года в доме купца Мазепы планируется размещение детской художественной школы. Также к сентябрю планируется завершить строительство и универсального спортивного зала в лицее номер 4. Строят его по краевой программе. Общая стоимость работ свыше 30 миллионов рублей. Этот объект был жизненно необходим лицею. Здесь учатся более 900 учеников. Уроки физкультуры проходили в единственном зале площадью меньше 200 квадратных метров, что, конечно же, создавало неудобства при составлении расписания урока физкультуры. В новом зале ребятам будет удобно заниматься, тренироваться в спортивных секциях. На данный момент основной объем работ по строительству зала выполнен. Сейчас строители занимаются прокладкой коммуникаций, после приступят к внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Дорожники, которые будут делать благоустройство, да, это значение фирмы ДПМК, проверенные подрядчики наши местные, да, гарантированно, что сделают быстро, качественно. Слушай, а здесь асфальт у вас тут? Асфальт, конечно, бордюры, асфальт, площадки. Не плитка, а асфальт? Асфальт, да. Плитка 17 классов. Чуть-чуть там, плитка 17 классов на тротуаре. Две спортивные площадки, все делается с асфальта. Как заверили строители, все работы выполняются в срок. И к 1 сентября спортивный зал будет сдан. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».